В Люберцах продолжается социальный раунд «Засветись, стань заметнее на дороге». Начиная с 23 октября инспекторы ГИБДД проводят профилактические акции, обучающие мастер-классы и уроки для детей. Одна из последних встреч со школьниками прошла в Малаховке. Мы, сотрудники госавтоинспекции, посещаем очень много школ, рассказываем деткам о правилах дорожного движения. Но сегодня мы к вам пришли на необычный урок. Ежегодно в России на слабоосвещенных дорогах происходит 25 тысяч ДТП, в которых погибают около 5 тысяч пешеходов. Снизить печальную статистику можно. Для этого нужно пользоваться световозвращающими элементами. О пользе таких маленьких, но крайне необходимых предметов сотрудники госавтоинспекции рассказали ученикам младших классов 52-й школы. Как раз сейчас осенне-зимний период, рано темнеет, дети выходят из дома в школу темно, идут домой темно. Сотрудники госавтоинспекции посетили уже более 5 школ, провели информационно-разъяснительные беседы на тему правил дорожного движения и необходимости использовать световозвращающие элементы. С детьми побеседовали также представители Союза безопасности дорожного движения, после чего школьникам предложили сделать своими руками светящиеся брелки. Полезным аксессуаром дети украсят свои портфели. Я буду им пользоваться, и это важно, чтобы на дороге нас не сбили. Я делаю светоотражающие элементы в виде привидения, чтобы было безопасно на дороге в темное время суток, и чтобы тебя водитель замечал и не сбить с дороги. Социальный раунд продлится до 26 ноября. Кроме встреч со школьниками, инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды и акции. Главная цель – обезопасить пешеходов и научить их быть заметнее на дорогах. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.